Народный фронт добивается утверждения обоснованного тарифа на тепло для юридических лиц в Забайкальском крае. Напомним, в регионе действует завышенный тариф на тепло для организаций, в том числе и для бюджетных. Суд отменил приказ региональной службы по тарифам об утверждении завышенного тарифа, но РСТ принимать новый не спешит. К примеру, по данным прокуратуры региона, предприниматели из Читы в 2023 году платили 2148 рублей за гигакалорию, тогда как экономически обоснованным являлся тариф 1400 рублей. УНФ обратились в прокуратуру с просьбой понудить РСТ утвердить новый обоснованный тариф. Прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя председателя правительства края с требованием принять меры к РСТ региона по исполнению судебного решения. В отношении должностных лиц РСТ края инициирована также служебная проверка. УНФ сообщили, что ждут утверждения экономически обоснованного тарифа и возврата переплаченных средств в бюджет.